она очень симпатично играет. Мне принципиально не нравятся два места. Причем они мне не нравятся, потому что она делает там вот это. Вот эти вот вещи. У нее большие руки. Что так дальше даже? То здесь на коне села, что здесь случилось такое. Почему она играла, вообще есть. Да, вот отсюда, да, начинается, он закончился и начинается на три всего.
начинает играть. Так. Вот это появляется сразу. Нога, все будет. Thank you.
тебя в первой восьмушке есть восьмая без 16. Она у тебя состоит не из двух, она у тебя состоит из одной 16. Она укорочена. А в ней... Thank you.
надо играть удар. Но там же есть. Thank you.
что-то произносит, сначала рукам очень трудно подчиниться, потом мы привыкаем, и мы артикулируем лучше, мы лучше начинаем чувствовать это в мире, то, что мы не можем сказать быстрее, мы задыхаемся. И наша задача сыграть так, как мы можем сказать. Зачем привыкает это слышать, потом когда темп появляется, он прибавляется по степени выученности, но он прибавляется логично во всем, потому что дети, как правило, когда они учат, они прибавляют темп там, где легко. Это естественно. И дальше, играя раз, два, три, они к этому привыкают. И вы получаете очень много как бы вот каких-то лишних телодвижений. Чтобы это собрать, находите всегда самую сложную ритмическую долю. Вот здесь она...
Хоккайдо создавали. Понимаешь, он очень любил его князь, который, у которого он работал на службе, ему покупал дорогие инструменты. У него появилась эта нота. Она важная. Они от этого кайфовали по-нашему. Потому что это было редко. Так же у Баха, когда появляются единые ноты. Это важно, когда это переносилось рукой. Можно было сыграть, они на это обращали внимание. Даже у биткоина подобные дорогие. Есть возможность, что целые куски на металле брали. И не потому, что плохо слышно. Просто интересно, пока там что-то будет. Так что у нас перерыв? Перерыв.